Сегодня еще не удалось вас выбросить на улицу, правильно? Естественно, мы ходатайствовали о мирном заключении соглашения, да, ну, в том числе, чтобы иметь возможность какие-то справки дополнительные получить. Сегодня мы часть справок о том, что вся моя семья не имеет имущества на территории Российской Федерации. Ну, это такую только в России можно получить справку в МФЦ о том, что он с нами, ни с кем из членов моей семьи не заключались договоры социального найма. А вот во встречном иске, я напоминаю, мы в том числе ходатайствовали о том, чтобы с нами заключились договоры социального найма, но, в принципе, чтобы не на улицу выгнали, как этого хочет Росимущество. И в итоге сначала суд отказал нам в привлечении третьей стороны администрации, в чьей компетенции договор социального найма. Возможно, подействовало то, что мы все-таки предоставили справки об отсутствии имущества, об отсутствии заключенных каких-либо договоров, и судья со второго раза, так скажем, удовлетворил привлечение третьей стороной администрацию городского округа Серб, как теперь называется, да. То есть они сейчас будут подбирать вам же муниципальное жилье, по разговорам знакомых, на состоянии 2 года назад у администрации Серпухова была только двухкомнатная квартира в Ивановских двориках. Это вот тогда, ответ там, люди обращались, был, что соцжилья нету в городе Серпухове. Представим, придет представитель городской администрации и скажет, что нет жилья. И что? И куда тогда? Пока непонятно все, чем это закончится, да.